сколько байков? Пиздец. Говорить. 20 тысяч бат. Что, продажи, что ли, 20 тысяч бат? Не знаю. Да нет, наверное. Может, в месяц 20 тысяч бат. Малеком Масалам. Кушай, да? Кушай. Пункт обмена. Их очень много и везде курс разный, поэтому все деньги менять не советуем. Тем более в аэропорту, если кто будет приезжать. Потихоньку меняем. Здесь $100 примерно 3650, где-то 640, где-то 660, такие вот расценки. Вот даже вот так покажу. Вот здесь 3698, о, ничего, курс. Не чекай?